Выйдя однажды утром из дома и не обнаружив свой автомобиль на том месте, где вы его оставили на ночь, не паникуйте. Обратите внимание на дорожные знаки. Скорее всего, ваш железный друг перекочевал на штрафстоянку. Отныне неправильно припаркованные автомобили с улиц города эвакуируются круглосуточно. Муниципальная спецплощадка, куда отправляются машины нарушителей, располагается в поселке Приокский по адресу Станкозаводская, 21В. Условия хранения на штрафстоянке, конечно, хорошие. Здесь вам и круглосуточная охрана, и контрольно-пропускной пункт, и ограждение. Но возле дома вашему четырехколесному товарищу будет куда уютнее. Да и хозяин спокоен. Конечно, наши дворы и улицы не приспособлены к такому количеству машин, но этим фактом никак нельзя руководствоваться при парковке автомобиля. Ведь забрать его со спецстоянки вы сможете лишь после оплаты штрафа суммой до 5000 рублей. Согласитесь, весьма дорогое удовольствие.